Всем привет, с вами Андрей Чен, и да, это God of War Ragnarok, и мы продолжаем нашу историю. Надеюсь, вы не пропускаете выпуски, стараюсь всегда в конце каждого из выпусков вставлять подсказку на следующий, если выпуск уже доступен. Итак, мы ищем Тюра, мы в подземелье, о! Ёлка, смотри, сразу за провалом дверь, может Тюр там? Тот, кто это писал, был весьма наблюдателен. Так, ну здесь больше ничего. Здесь у нас только... А даже не знаю, что тут сказать. На всякие руны скрывают себе удивительные тайны древности. Иногда это просто очевидные подписи. Окей. Вода перекрыта. А, надо здесь, чтобы вода была не перекрыта, да? Что? Там, где ты заморозил, вода льется через край. Это нам на руку. Что нам на руку? Так, стопэ. Там, где ты заморозил, вода льется через край. Мне нужно, чтобы покрутилось колесо, правильно? А чё дальше? Ничего не происходит. Так, стоп. Нам нужно, чтобы вода полилась. Внимание, вопрос. Он мне сказал, что я все сделал правильно. Сейчас воды вообще нету. Спрыгнуть я сейчас не могу. Эта цепь ни хрена. Тут прохода нету. Может. Что-то мне не нравится. Да нет. Не, ну вроде это правильная была точка. То есть вода бежит. Ну ладно, клинки возьму. И что-то могу клинками сделать? Нет. Что-то крутануть? Нет. То есть я перекрыл воду. Цели. Просто найти Тюра на руднике. Какого хрена? Ну да. Нам сюда. Есть какие-то места, которые еще по воде можно было перекрыть? Кроме того. Прыгнуть не могу. Слазить он не хочет. Тьфу ты, блин. Серьезно? Кажется, ты расчистил в воде путь, брат. Что дальше? Что дальше, блин? Мать его за ногу. Я думал, какого хрена, блин? Да что дальше? Уже понятно, что дальше. Вот заморозить бы. Так, теперь нужно это как-то отсюда, наверное, да? Надо как-то повернуть колесо. Но как? Ну, в смысле, ну как? Ну, нужно как-то водичку закрыть теперь. Правильно я понимаю? Но как? Залепить ту вторую дырку, не? Так, давай смотреть еще раз. Может быть, что-то там еще есть? Если я сейчас заморожу, то что? То ничего. А...
Вода сразу полилась. Серьезно? Вот так? Короче, вот в этом месте бьем. Получилось. Идем к двери. Скорее. Ой, бля. Вот это у вас, конечно, прям... Подумать надо прям. Ух, подумать надо. Тюр? Ну кого-кого, а Тюра тут точно нет. Ну где-то ведь он должен быть. Шахта огромна. Атрей, что ты хочешь не дать Одину совершить? Ты как будто знаешь о его планах. Я не знаю его планов, поэтому мы... Братья, настал Фимбулвинтер, близится Рагнарёк, и Один пойдет на что угодно. Что бы он ни задумал, навряд ли это принесет пользу кому-то, кроме него. Вот именно. Так. Ну, Тюра мы точно, думаю, найдем. И с нашей Фрей потом встретимся. Она сказала, что хочет там отомстить за убитого сына. Ну, он хотел сам нас рухнуть в первой части. Ну, как бы это была якобы не первая часть, уже God of War уже давно, я имею в виду такой из обновленной версии. Дверь. Может, это нужно? О, бля, то что ж такое? А я хотел только что удар сделать. Вот такой вот. Простите. Так, а что вы там поломали? А. Теперь я не прошу хорошо, сына читать. Ты знаешь, руны, брат. Теперь у меня читает все этот. Так, мы строили этот мир собственными гномичьими руками, укрепляли его силой гномых мышц, развивали со всей избирательностью гномных умов, но больше мы не одиноки. Наконец-то мы встретили равных по силе и ему асов и аса из Асгарда. Угу, окей. А больше здесь ничего, да? Это единственное, что было. Окей. Ха, хорошо, что пошли сюда. Угу, ничего, пошли. Так. Угу, можно туда, а можно и сюда. Да сколько же тут дверей? Не хочу огорчать, но это все-таки шахта. Мимир, ты все-таки огорчил. Ты видел вон там? Так, ну это надо поджечь, наверное. Стоп, а это что тогда? Слева, за тем краном, сломанная дверь. Может, Тюр пытался сбежать? Посмотрим. А если так? Никак, да? Короче, мне, наверное, нужно будет с той стороны что-то поломать. Потому что с этой стороны никакие изменения не происходят, окей. Что? Кран? Так, а, ты хочешь, чтобы я потом за него зацепился, и мы перелетели на ту сторону, хорошо. Это я понял. Так, нам нужно, чтобы у нас заработало... Эта штука. Кидаем. Потрясающе. Переливаясь, вода питает кран. Умно. Ну, сразу как бы мысль к этому не пришла, но теперь спасибо уже. Умно. Так. Готово.
А, то есть мне реально сюда еще нужно было, да? Объемник будет работать в полную силу. Почти добрались. Я думал, просто зайду, посмотрю, что там, а оказывается, мне туда и нужно было. И теперь полетели. Мы поднимемся очень быстро. Ну все, типа, забираю я, получается, молот, и мы летим вверх, правильно? Или нет? И что? А, вот тут надо заморозить. Так. О. Ну вот, пойдем, надо подняться. Тюр где-то тут. Местный лифт. Теперь забираем топор. Ладно, тогда вот что. Подумай, кого Тюру сидеть взаперти в этой шахте? Если Бодин заточил меня, а затем я освободился, я хотел бы отомстить ему. Но в целом мне бы просто хотелось драться. С кем угодно. Просто потому, что я снова мог бы это делать. Тюр! Ого! Что тут было? Мне кажется, здесь сейчас какой-то бой. Эдла! Левый с Эдлой! О, бля. Осторожно! Сзади! Эй. Кто сзади? Это все мелочь пузатая. Все? Сзади! Берегись! О, бля. Еще где-то есть, да? Не вижу, вижу. Они где-то появляются, понять не могу. Это явно не тюр. Надо осмотреться. Ну так давай, вот я смогу под... Этот о, не есть. Смог спастись. Это реликвия? Полученная реликвия. Реликвия наделяет героя особой способностью, для применения которой надо нажать О. Что за реликвия? Так, реликвия. В нем можно привести реликвию в лавке гномов или найденную во время путешествий. Окей. Талисман. Кратковременное увеличение урона в ближнем бою. Ну окей, я бы, конечно, допнул на жизни бы еще нашел бы что-то. Ну, хотя бы так. Яйца за стену! Надо его сбросить! Кто? Где? А, вижу. Все? Еще? Так вы замахали. Ай, сам наступил, виноват. А, сверху, вижу. А ну спускайся. Ничего себе! Чувствую ветер. А ты думал? Наверное, тут можно выбраться. Чувствую ветер. А, типа вот там вот. Щель. Давай. Опять пустое хранилище. Братец, может, пора наконец? Нет, даже не начинай. Мы его отыщем. Смотри, на той стороне еще одна дверь.
Идем. На той стороне еще одна дверь. На какой? Столько, блин, всего видно. Не поймешь, за какую дверь ты... А, вот там вдалеке все, вижу. Путь ведет наверх. Надо перебраться на ту сторону. Не нужно это как там... Стой, это ведь та же порода, что мы уже видели. И... Что ты хочешь? Чтобы я что-то бросил? Нет? Так, тогда подожди еще раз. Это та же порода, которую мы видели. Что мы видели? Я должен что-то подморозить или что? Ну, туда типа нужно крючком подцепиться, нет? А. Получилось. То есть стрелы получилось, кажется, а у меня не получилось. Из лодки, только выше. Эта шахта похожа на огромную спираль. Ага, вот у нас теперь есть спуск отсюда. Вот туда вот вниз. Ну, нам пока туда не надо. Вот и дверь. Но. Это что? Не понял, почему не сработало? Цепь застряла. Что ее держит? А. Ялфа! Теперь выйдет. Теперь сработает. Жду сигнала. Окей, тут мы можем спуститься. А что там? Кажется, я что-то слышал. Я тоже. Что делать будем? Да как-то можно войти? Это, наверное, когда выходить. А как заходить? А, зайти, наверное, судой. Ялфа! Статуя. Не просто статуя. Этот каменный лик висел над входом в мировую мельницу, что построил Турин Щедрый. Ну, открываем. Еще одна яма, Драуг. Ялфа! Быстрей! Ну, давай! Ну, бей! А он же сам сдох. Бля. Радус, ты весь в огне. Пройдем. Да я вижу, блин. Сзади, берегись. Ой. Ай-яй-яй! Бля, убили! Зараза! Не вижу! Вижу! Ой! Какая глупая смерть. Какая глупая смерть. Блин. По камере чуть неудобно, конечно, временами, когда это зажатое помещение.
Давайте. Ну, практически мы убили. Понеслась. Не вижу, не вижу, блядь. Оп. Оп, один готов. Надо с тобой убить. Так, бля. Есть второй. Теперь вот этот. Ай. Он вообще не на меня не реагирует, да? Ах, зараза достал. Ай, бля, ай-яй-яй. Капец, конечно. Тут такие противники прям. Что нам выпало? О, искра хаоса. Соберите 6 таких фрагментов, чтобы восстановить истинный вид этой субстанции. Ух. Я готовился не к такому. Еще один тупик. Да где же тюрь? Атрей, это шахта. О, подожди, что это? У нас было 4-5. Удерживайте, что применить ледяное пробуждение. Это повышает защиту, сопротивление, сбивание с ног. А это что дает? Удачным точным броском. Либо повышает защиту. Да, ну и первое, второе, типа так. Все, пока все. Заброшено. Скорее всего. Здесь. Так. Я знаю. Указания Дурнина касались только входа в шахту. Нужно продолжать искать, пока не найдем. Ты же сказал мне вести. Значит, мы продолжим поиск. Так что соберись. Следи за словами. Ты ведешь нас. Но я говорю то, что вижу. Можешь не соглашаться. Но не смей так со мной разговаривать. Все ясно. Да. О, жизни. Так, ну вылазим обратно. Все, там мы побывали. Тут возвращаемся. Так, а куда мы шли? Вот сюда. Еще одна дверь. Но это точно нужно. Увидим. Сперва нужно до нее добраться. Так, что даст, если мы тут заморозим? Мы уже запускали колеса с помощью воды. Попробуем. Понял. Вот. Так. Ай, секунду, извиняюсь. У нас поднимется. Мы прыгнем туда. А это тогда что за дорога? Куда она ведет? Переберись и поищи там. Ага, все равно сюда мелкого только закидываю. Окей. Кажется, там маховик. Атрей, вот еще задача на размышление. Нужно ли тому, кто всю жизнь провел в борьбе как тюр, пытаться себя показать? Такие попытки сеют лишь разрушение. Но если по пятам разрушения пойдут злодеи, то какая тогда разница? Так, а зачем мне сюда? Ты поступил правильно. Сила мужа проявляется не на войне. Надеюсь, однажды ты это поймешь.
сработало. Я что-то... Что еще можно сделать? Надо понять. Подожди. А, все, я понял. Теперь понял. Нужно где-то вот сюда. Нет? Вот. Так, что изменилось? Так, что-то я ни хрена не понимаю. А я могу там отсюда как-то выпрыгнуть? Вот, да, все, пойдем по стене. Так. Похоже, этот механизм сбрасывает руду в жёлоб. Кажется, выходит. И что? И что ты предлагаешь? Забрать топор? Тут мы теперь морозим. Подожди, что-то я не могу нормально сообразить. Так, вот у нас подъезжает. Теперь я могу забрать топор. Все, и вода дальше продолжает. Все, это есть. Теперь я должен заморозить вот здесь. А, все, теперь я понял. Вот сюда. Есть контакт. Еще немного. Так. Подожди, я думаю. А дальше что? Еще немного. Может, есть способ сдвинуть платформу? А, да, по-моему, ты должен туда стрельнуть, если я не ошибаюсь. Эй, мы справились. Жду у двери. Ух, гало, оп, стопе. Думаю, вот здесь. Эту птичку я помню. Глаз Одина. Так. Сейчас мы к двери пойдем, подожди, тут нужно, блин, было подумать. Ну что, вернемся и проверим последнюю дверь? Да сейчас все проверим. Что там? А, думаю, где-то вроде ж видел. Ну там серебро. Велите земле не трястись. А я помню эту дверь. Знакомое зрелище. Мы снова попали, ага, в спиральную часть шахты. Да, 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 да. Все отлично. Это типа быстрый проход теперь к дверям. Да. Не одни. Не спи. Гляди в оба. Кто-то экал. Звук шел оттуда. Там есть проход наружу. Мне кажется, тот, кого мы ищем. Атрей. Да? Мои слова тебя задевают? Да я все понимаю. Братья, погодите. Там впереди, кажется, свет. О, кажется, пришли.
засов, чтобы то, что внутри осталось. А как по мне, место похоже для хорошего махача, нет? Так не запирают. Я понял, что нам делать. Лёха! Ага, здесь не открыть, да? Ну все. Давайте. О, бляха-муха, это кто такие? Так, что они... Эйхей могут накладывать биврёст на шкалу здоровья. Эффект биврёста проходит со временем, но враги могут подорвать его последующими атаками и нанести дополнительный урон. А, я понял. Эйхей, слева! От зараза. Справа! Да вижу, блин. То есть у них типа а-ля вот эти вот великие атаки. Попал! Ой-ой-ой. Берегись, сзади. Не вижу, вижу. О, голова отлетела. Кто-то не хочет, чтобы мы туда попали. Мы уже близко. Так вперед. Так. Попытка номер два. Там наш узник, да? Сто пудов. Тюр? Да, кто-то сидит. Тюр! Тюр! Что это за уловки? Один. Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином. Мы хорошие. Опа, глаза одинаковые. Я тебя знаю. Бог-убийца. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я! Тюр! Тюр! Слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты убил Мимира! Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет, не подходите ко мне, убийцы! Стой! Он нужен! Стой! Опять бьется. Что, понеслась? Вот слева! Ай, блин, застрял. Берегись сзади! А
Так. Ничего такого больше полезного нету. Да вы замахали. Ай, блин, щит не помог. Ай-яй-яй! Ай! Справа, брат! Да вообще что-то! И по жизням полная срака. Ой, блин. О, жизнь. О, полная шкала, супер. Ну, практически. Отрей! Сюда! Отрежь путь! Бля, вы издеваетесь? Похоже, сейчас мне остатно поболтает. Осторожно, сзади! Зараза, ну если одного сняли. Ай-яй-яй, да что ж ты будешь делать, зажали. Уходим. Где они? Вижу. Уходим. Там вы замахали. Два на одного. На! Это последний. Давай найдем парня. Фух. Отдохнуть и выдохнуть. Так, у нас заряженная ярость. Это уже тоже хорошо. Что это? Ладно, я так понимаю, это в будущем мы сможем все разбить. Все будет хорошо. А, вот он. Нет, оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим Уходи тебя. Прочь. Отведем туда, где Умоляю. Один не достанет. Пожалуйста. Это мой отец. Мы... помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Мой сын привел нас сюда. К тебе. Глянь на него! Ты... зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. Какой большой вот. Дядька. В озере была статуя. Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... На что, опереться? Нет. Спасибо тебе, но я справлюсь сам. Но
Ладно. Я бежал, ибо не всегда вижу реальность. И порой я... Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Он будет с нами махаться? На пару? Ты чувствуешь? Ветер дует вот отсюда. Может, поблизости есть выход? Как мне следует называть вас? Я Трей. Мимира ты уже знаешь. А это мой отец, Кратос. Отчего сын Спарта решил поддержать Йотуна? Моя мать была последним великаном Мидгарда. Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезная. Так, а что здесь тоже пока нельзя? Опа. Ты в порядке? Когда сидишь, обычно не так сильно трясет. Заперто. Так, это тоже заперто. Помочь вам. Хотя бы в этом. Ого. Поехали. А, хотите, чтоб я включил? Но зачем приходить за мной гневать Одина? Ну, грядет Рагнарёк. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Вы пришли за мной, чтобы начать войну? Нет. Тюр, приятно, наконец, повстречаться с тобой лично. Мимир, что с тобой стало? Пошел по твоим стопам. Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслужил. А кто заслужил? Ну, у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось вот так. Изящное решение. Главное, все довольны. Ты как? Просто я. Солнечный свет. Впереди есть лесок. В тени тебе не будет так резать глаза. Идем. Ты сказал, Рагнарёк грядет. Значит, Бальдер. Бальдер мертв. Один отправил его найти великана в Мидгарде, а он нашел Кратоса. Ну а я пообещал довести этих двоих до высочайшей вершины всех миров, если они отрубят мне голову и уговорят Фрейю меня оживить. Мимир. Речь о Бальдре. Я к этому и веду. Вы же не только рубили всех подряд. Вернулись на болото. На лодку? Берегись! О, бляха-муха. Нет. Все в порядке. Я прикрою. Понеслась. Лобень наверху! Надо его скинуть! Где? А, вижу. А вы замахали. Кто еще? Вижу. Вот, а у вас тут до хрена. Ну давай уже тогда так, раз уже такая пьянка пошла. Идем. Надо уходить, пока снова не напали.
Тебе стоило взять копье. Смог бы защититься. Так, я ладно. От насилия. Но ты же бог войны. Это осталось в прошлом. Но если Один начнет Рагнарёк, ты и впрямь не будешь бить. Нет, даже если... Прежде чем мы пойдем, ответь. Чего именно вы хотите? Убить Одина? Ты говоришь о Рагнарёке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой Тюр вам нужен. Атрей. Я... Простите, я благодарен за свободу. Но если вы хотите, чтобы я участвовал в войне, или еще хуже, возглавил ее, то лучше убейте меня. Я не хочу войны. С меня довольно. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарёка. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой Тюр нам нужен. Нужен ты. Ладно. Я с вами. Мне нужно лишь отдохнуть и немного поесть. Вы убили охрану, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдер хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с валькириями и освободили их, и что великанов больше нет, и что они назвали меня Локи, и что мы нашли святилище, что и... с великанами? Когда мы попали в Йотунхейм, все были мертвы. Мертвы? Надо... Думаете, это Один? Мы конец первой части был. По-моему, мы очень вовремя уходим отсюда. Ого! Тор! Что это? Подкрепление из Асгарда. Энхирии наверняка захотят выяснить, куда я подевался. Перемещаются, да, Асгард, типа телепорты. Они путешествуют между мирами по небу? У Одина в запасе трюки, о которых мы и думать не смеем. Не довели отправиться. Гномам ничего не грозит. Теперь поздно об этом волноваться. Надо уходить. Скорей. Так, уйти через мистические врата. Но пока мы уйдем, да, сейчас будет нормальный махань, да? Блин, такие, блин, мощные они. Первый готов. Все? А, все? Только один вылетел? Ну, идем. Так. Поиски Тюра, миссия выполнена. Игдрасиль. Я давно его не видел. Уже позабыл его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были скрытными. Ну еще бы. Возможно, отдохнув. А вон врата. Загрузка. Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив? Возможно. Ясно. Он просто устал.
Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. А, мы сейчас. А, будь я проклят. А меня впустить? Ну что, обсудим? Что делать дальше? Нужно все обдумать. Поговорим утром. Ну ладно. Поговорить с Мимиром наедине. Спокойно, спокойно. Да. Спасибо. Плечо вправил. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать. Завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй! Иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы тут никому не помешаем. Здесь, а я все обустрою. Вероятно, так, что у тебя есть? Давай как минимум. Особые предметы? А, у нас тут уже это есть. А, так, что можно продать? Артефакты. Снаряжение. Да. У нас поинтересней, по ресурсам. Нет, камни воскрешения мы оставляем. Так, оружие. У нас сейчас вот это. Можно улучшить еще на одну. Что мы получим? Третий уровень. Хорошо, что еще? Клинки хаоса. А на клинки хаоса все равно и не хватает. Окей. Тут рукоятка у нас уже третьего уровня. Ну да, ну давай, Левиафан. Будет сила плюс 4 и удача, да? Хрен его знает. Ладно, давай попробуем. Это есть. По броне. По броне у нас все окей. Вот, и вот здесь вот мы могли тоже прокачать бы броню. Вот. Удобно. Все. Вот теперь все. Так, и единственное, что мы еще хотим посмотреть, это по навыкам. Открылось ли что-то новое, то можно было бы еще качнуть. Так, стоп. Ближний бой. Нажмите во время действия ледяного пробуждения. Это тактика у нас, да? Чтобы нанести удар снизу вверх и пустить ледяную волну. То есть, если бежишь, нажимаешь. Окей, давай. А, вот это что у нас? Атаки топором ближнего наносит плотину. О, давай. Горящие атаки топором в ближнем бою. Давай, а это что? Быстро носите удары, не получаю, чтобы усилить атаки топором. Давай. А, так, еще что у нас есть? Так, что у нас по Атрею? Ага. На Атрея не хватает нам. Окей, что по клинкам хаоса? Удерживайте назад. Угу. Во время бега. Ну такое, если честно. Продление действия хаотичного огня. А тактика что дает? Атаки клинками наносят дополнительный урон врагам. Да, вот это вот первое. Быстро носить удар, не получая урона. Вот это второе. И пока, наверное, хватит. Оставим на что-то другое. Ну что, я вот думаю, вот на этом месте самое время можно и закончить. Значит, вот каким стал Тюр, а? Как у нас говорят, жизнь его сильно потрепала. И уже в следующем выпуске как и всех будем нас.
изучать нашу историю дальше. А с вами был Андрей Чент. До скорой встречи.